хорошо обороняется, и основное, что не хватает, я думаю, волевых усилий в конце найти какой-то эпизод, этот эпизод реализовать. Момент был явный, он один хороший, вот у Антона Мирончика. Было хорошее давление, но чтобы кто-то этот мяч, как говорят, знаешь, как вырвал, закрыл, забил, пока не получается. Вот эта перенесенная игра в конце сезона, она определенный график нарушила. И этот график очень напряженный, игроки восстанавливаются в конце сезона значительно тяжелее, чем в середине, чем в начале. Я думаю, судья должен был просто убыстрить игру. А две игры, которые мы играем, другие команды затягивают игру и отбирают время у зрителей всех. Минут по 8, по 10. А что вы хотите, чтобы мы набирали? Чемпионат был бы неинтересен, если бы мы все игры выиграли. Конечно, есть поражения, есть потерянные очки, они и будут, на то и чемпионат существует.